Большая современная сцена с мощной аппаратурой, установленная на Театральной площади. Все три праздничных дня была центром притяжения славянцев. Открыл музыкальный марафон вечером первого дня концерт славянских рок-групп. Затяжной осенний дождь прекратил моросить, как будто услышав пожелания поклонников рок-музыки. Эта музыка по-прежнему заставляет учащенно биться сердца, наверное, потому что она живая и очень созвучная нашему быстрому времени. А сегодня на этой главной сцене нашего праздника будут выступать две группы. Две группы из города Славянска на Кубани. Это рок-группа «От Квинта» и рок-группа «Своя среда». Это простые ребята, которые решили делиться творчеством со зрителями. И сегодня прозвучат песни собственного исполнения. И, конечно же, группа «Своя среда», как поклонники легендарных исполнителей и авторов, и исполнителей в стиле русского рока. Сегодня мы споем самые лучшие, самые известные и нами любимые песни. Театральная площадь заполнялась любителями музыки. Концертную программу открыла группа «От Квинта». Звучные аккорды музыкантов подняли настроение собравшихся. Сразу всем стало как-то теплее. Такие мероприятия, считаю, что они очень важны для нашего города, так как это сплочение всех жителей. Вот. И я считаю, что это реально важно и действительно здорово, потому что собирается очень много людей, собирается очень много моих знакомых. И всегда приятно встретить какие-то знакомые лица, да и вообще новые знакомства, это всегда приятно. Зрители радостно приветствовали музыкантов группы «Своя среда». Ребята стали известны славянским поклонникам рок-музыки не так давно, но уже сумели завоевать свою аудиторию. Они исполняют песни, которые уже вошли в золотой фонд отечественной музыкальной культуры. Это востребовано и очень нравится публике, которая горячими аплодисментами благодарила артистов за выступление. Настроение просто класс, отличное просто. Смотрите, какой драйв, сколько народа, классная музыка, отдыхайте, всех с праздником. Вечер потрясающий, настроение отличное. Вот, специально приехала на концерт группы. Очень нравится оформление, мы оценили сцену, очень здорово. Музыка, созданная легендарными мастерами рока, обретает второе рождение в исполнении славянских музыкантов. От сопричастности к миру настоящего искусства они испытывают большую радость и стараются поделиться ей со зрителями. Просто такая сильная любовь. Рок-музыка, которой не раз пророчили забвение, по-прежнему сохраняет популярность. Есть в ней несомненные достоинства. Помимо сильной энергетики, это еще и тексты песен, в которых говорится о самых сложных вопросах нашей жизни. Все это до сих пор привлекает к року людей разных поколений. Этот город самый лучший славянск на земле! А Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».